Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Пожалуйста, поставьте плюсы, если меня видно, слышно, все работает. И мы с вами начнем. Также можете писать в чат комментарии, вопросы. Я буду на них отвечать. Давайте приступим. Сегодняшняя неделя, эта неделя для нас важна одним событием, супер большим событием. Это у нас четверг, 23 июня, референдум о членстве в Евросоюзе в Великобритании. Наиважнейшее событие. На фоне этого очень важно также, каковы будут комментарии Джанет Йеллен в 17:00. В среду, и также она будет выступать в 17:00 во вторник, и в 16:00 будет выступать Драги. В общем, получается неделя такая, что есть выступление важных лиц и есть референдум. А все остальное на этом фоне меркнет. В данном случае есть также новости по там заседание будет. Дальше вот здесь у нас во вторник 21-го заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии, протокол заседания Резервного банка Австралии. Но сейчас вот именно все внимание приковано все-таки непосредственно к Британии, все, что с ней происходит. Фунт в этой связи ведет себя совершенно диким образом. Кстати говоря, формируют тренды, очень хорошие тренды, но по-прежнему достаточно аккуратным нужно быть именно с фунтом. Посмотрим, каким образом ситуация развивается. Для начала рассмотрим первую модель, дальше рассмотрим вторую. Кстати говоря, коллеги, я тут посмотрел чат и чего-то пока ни одного плюсика не увидел. И что-то я засомневался, есть ли плюсики, все ли работает. Так, пожалуйста, поставьте плюс, если все функционирует. Хоть кто-нибудь. Все, один плюсик появился, отлично. Так, ну что ж. Для начала проанализируем движение по первой модели. Это у нас также трендовая модель, которая сейчас сформировала восходящий тренд. То есть у нас есть достаточно интересный нисходящий тренд, который присутствовал до этого момента. Потом, помните, вот у нас был резкий разворот. И этот разворот тренда в итоге обернулся тем, что мы пошли наверх и изменили динамику трендов. Нас интересует недельный тренд средний 120 часов и дневной тренд средний за 24 часа на часовом графике. И здесь мы видим, сейчас формируется достаточно хорошее трендовое движение. Уже почти полторы фигуры мы пошли наверх. Дальше мы знаем, что в первой модели нам нужно искать коррекцию на вход. И вот здесь, обратите внимание, как цена вела себя. Мы двигались вокруг средней, у нас была так называемая коррекция из прошлого, то есть повышающиеся максимумы под линией, которая для нас обозначает тренд. И дальше, вот здесь мы оттолкнулись от этой линии, сверху вниз пришли и оттолкнулись, и теперь сформировали вот такую картину. Здесь очень интересная динамика, у нас получается есть коррекция, но она у нас пробивается с гэпом. Вот смотрите, здесь минимумы понижаются. Индикатор MACD подтверждает эту динамику понижающихся минимумов. Вот у нас коррекция. И обычно мы ждем пробоя. И, конечно же, пробой происходит, если мы торгуем не... если
это не перерыв между торговыми сессиями, как выходные, то пробой происходит, по крайней мере, в рамках непрерывного графика. Здесь же получается, что у нас гэп, и, естественно, трейдеру нужно решить, будет ли он заходить вот на таком значении. Почему? Потому что это пол фигуры от точки пробоя, и очень сложно, естественно, такое проторговывать. Поэтому вот тут важное решение трейдер должен принять. Я не захожу в такие моменты, то есть этот гэп, в принципе, обязует трейдера либо заходить вот здесь, либо ждать, пока цена вернется, и дальше заходить ниже. Но если цена возвращается, это уже получается, может быть, разворот присутствует, а нам-то нужно восходящее движение. И вот это, конечно, такие опасные моменты. Но это не значит, что все так действуют. Вполне возможно, что какие-то трейдеры заходили. Это, видите, это у нас ночь, поэтому получается, что ожидать этого пробоя означает, нужно сидеть ночью перед компьютером. Поэтому в данном случае, получается, трейдер уже приходит на рынок, видит вот этот максимум и ждет уже здесь коррекцию. Графики нормальные, четкие. Видите, сейчас формируются достаточно хорошие такие плавные движения. Это как раз то, что я имел в виду, когда говорил про так называемые красивые графики. То есть очень четкое движение, которое видно. Вот здесь есть максимум. Вот здесь нужно подождать, пока индикатор MACD подтвердит максимум, пока его нету, но вполне возможно, что коррекция здесь появится. Пока вот линию оставлю, завтра посмотрим на динамику. Евро-доллар, восходящий тренд по первой модели. Вторая модель евро-доллар. Помните, у нас вот здесь сформировался нисходящий тренд, ну, вернее, начал формироваться, потом развернулся очень резко, и вот здесь снова начинается восходящий тренд. Мы еще с вами отметили, что сама модель нам говорит о том, что возможно начинается боковик, то есть неприятные такие ситуации, когда вот у нас был тренд достаточно большой, ну, учитывая, что это евро-доллар, достаточно приличный такой тренд, и вот здесь восходящая динамика, нисходящая, снова восходящая. То есть вот потихонечку был шанс зайти в боковик, то есть мы начали это потихоньку делать, и вот здесь сейчас снова формируется восходящий тренд, восходящая динамика, и мы уже фигуру прошли по тренду. Сейчас даже мы уже подтягиваем стоп потихоньку, и через определенное время, ну, я думаю, так, если у нас 24, ну, еще, в общем, должно пройти какое-то количество времени, по крайней мере, часов 18, чтобы мы, ну, хотя 24, вот здесь у нас, ну, даже, в принципе, к вечеру уже канал будет у нас гораздо выше. Почему? Потому что мы берем минимум за 24 свечки, и вот сейчас уже потихоньку, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, через 8 часов эти минимумы у нас будут выброшены из окна, и дальше канал начнет подниматься. То есть где-то 12-14 часов, и мы уже в безубыток по этой сделке перейдем. Но это канал нам покажет, тут можно, скажем так, вручную это особо не считать. Но вот, тем не менее, тренд развивается. Вот здесь у нас, видите, тоже гэп, то есть добавляться здесь никак не получится. Поэтому вот просто пока выжидаем. Но, по крайней мере, формируется хороший такой трендовый кусочек. Далее. Фунт. Фунт, первая модель. Шикарный восходящий тренд. Настолько шикарный, что вполне возможно, что кто-то его словить и не успел в силу развития скорости тренда и отсутствия коррекций. Но давайте посмотрим внутрь динамику. Это у нас текущая ситуация. Сейчас есть максимум вот здесь. Возможно, все-таки сформируется коррекция. Если сформируется, то заходить в нее будет очень тяжело, очень некомфортно. Опять-таки, почему? Потому что мы от трендовой нашей средней уже на 4 фигуры отстоим. Если посмотреть на динамику развития событий, то вот здесь мы видим, что максимумы повышаются, всегда повышаются. Мы ушли выше средней, и фактически единственным шансом, где можно было зайти с точки зрения коррекции, которая подтверждается индикатором MACD, это у нас вот этот участок. Я специально заглядываю в прошлое, чтобы была возможность учиться на тех движениях, которые рынок формировал.
То есть не только мы правый край графика смотрим, но также оцениваем, что происходило внутри. Вот видите, внутри коррекции у нас не было. Максимумы растут. Вот мы видим, что они присутствуют. Индикаторы MACD подтверждаются. Но вот здесь, например, ну ладно, еще вот здесь один уровень горизонтальный. То есть хорошо, добавим ситуацию, расширим. Вот здесь тоже есть горизонтальный уровень. Это второй приоритет. Помните, у нас есть приоритеты в первой модели. То есть нам нужны наклонные коррекции. Вот это классическая такая картина с точки зрения первой модели. То есть есть вот такая коррекция. Видите, она даже в виде канала сформирована. И дальше осуществляется пробой. И дальше идет восходящий тренд. Тут, конечно, не так все гладко, как нам хотелось бы. В том плане, что стоп-лосс-то у нас вот здесь. Видите, пол фигуры. Вот здесь, ну, то есть очень ситуация будет зависеть от того, где вы зашли. Помните, как мы всегда говорим, что точка входа тоже играет достаточно важное значение. Если пробой вот здесь именно поймали, и у вас получается вот точка входа непосредственно в момент пробоя и стоп-лосс пол фигуры, то вот когда цена шла в нашу сторону, она не прошла расстояние вот пол фигуры, и мы стоп в безубыток не успели переставить, и тогда вот это движение возвратное нас не задело. Если же, к примеру, там трейдер где-то проморгал, просмотрел, не успел и зашел, к примеру, ну, допустим, вот здесь уже на откате, вот где-то минимум поймал, вот, видите, 400, 500, ну, в пятизначной системе, и вполне возможно, что уже все-таки переставил стоп в безубыток, тогда на возврате можно и выйти. Ну, то есть, как бы остопиться получается. В нуле, правда, то есть деньги не потеряли, но тренд можно пропустить. Да? Вот поэтому очень важно, где вход. Вот здесь у нас пробой осуществляется вот в этой точке. Тоже такие, казалось бы, малозначимые моменты, но на самом деле, если мы торгуем по стратегиям, в которых есть влияние человеческого фактора, а в данной стратегии есть влияние человеческого фактора, это визуальное наличие коррекций, то есть визуальная оценка, есть ли коррекция на графике, то это будет играть определенную роль. 15-минутной графике здесь, видите, попроще. В том плане, что если вот здесь вы видели эту коррекцию, заходили, то тоже тренд выжидаете. А вот на 5-минутном графике получается, что динамика достаточно активная. И вот где зайти, тоже будет играть важную роль. Поскольку дальше риск-менеджмент нас либо оставит в рынке, либо не оставит. После того, как мы зашли, уже подключаются дополнительные правила, связанные с риск-менеджментом. Их приходится учитывать. Далее вот тут интересная картина, что максимумы на одном уровне, минимумы повышаются. То есть у нас получается сходящаяся формация, такой вот треугольничек. И вот здесь тоже осуществляется пробой. И, в принципе, для тех, допустим, кто остопился, появляется второй шанс, но это уже сигнал второго приоритета, то есть горизонтальная коррекция. Ну, это в данной модели, да, то есть модели разные у людей, кто-то так воспринимает, кто-то по-другому. Я вот приоритет расставляю, что наклонная коррекция – это самая хорошая коррекция, горизонтальная – это второй приоритет. Но если человек, допустим, остопился, то, конечно, в виде динамику потенциально может и этот пробой воспринимать. Тоже, кстати, обратите внимание, что будет совершенно разная точка входа, в зависимости от того, когда вы уровень нарисовали. Даже, вернее, не когда, а где. То есть, смотрите, если поближе к, вот, к ценам закрытия, то есть вот здесь, вот тут, то получается, что пробой осуществляется вот здесь, в этой точке. То есть закрытие выше уровня вот здесь. А если, к примеру, ближе к хвостам, ну, допустим, вот эти хвосты, вот эти, вот этот, то пробой осуществляется только вот здесь. Видите, разные точки входа. Это вот отличие полностью формализованных стратегий, например, на основе индикаторов, и тех стратегий, в которых есть человеческий фактор, оценка по визуально-графическому анализу ситуации. Вот тоже, видите, очень такая тонкая грань. Я специально на этом акцентирую внимание. То есть те трейдеры, которые к нам недавно присоединились или только, может быть, осваивают трейдинг, вот такие нюансы будут. И когда мы торгуем, нам, казалось бы, ну, все понятно, да, вот там есть пробой, а с другой стороны, вот где именно этот пробой будет,
тоже зависит от того, где мы уровень нарисовали. Ведь это сейчас мы все видим так классно, все понятно, а в моменте, когда вот цена формироваться только будет у этого уровня, мы-то будем опираться на то, что мы уже нарисовали. Поэтому будет не так все однозначно. Ну, если, к примеру, здесь трейдер заходил, неважно в какой точке, тут все хорошо, то есть тренд пошел наверх и пришел вот сюда. Здесь вот уже выжидаем. Интересно, вторая модель. Вторая модель по фунту показывает совершенно дикий тренд. Напомню, что у нас тоже здесь был период боковика. Сначала мы думали, что тренд восходящий, он начал формироваться потихоньку, потом сменился на нисходящий. Вот здесь мы, помните, говорили про резкое движение, выход новостей. И мы сказали о том, что очень важно либо к новостям прийти уже в трендовой позиции и защитить ее, либо к новостям прийти без позиции и не открывать ее на новостях, чтобы не быть подверженным вот этим резким колебаниям. Но уж если мы открываем позицию на новостях, то нужно ей очень активно управлять. То есть ни в коем случае нельзя прибыльную позицию переводить в разряд убыточных. Поэтому если, допустим, мы заходили вот в этот нисходящий тренд, то есть у нас есть пробой, дальше мы уходим на фигуру 250, ну, в пятизначке 1250 пунктов вниз, то, естественно, нельзя позволить себе на развороте на новостях эту прибыль потерять. То есть, если уж и заходите на новостях, нужно очень активно контролировать позицию, контролировать риск, управлять позицией. Ну вот что получилось, смотрите, вот разворот, здесь мы пришли опять к верхней границе, огромная волатильность, и так уже две фигуры, и обратите внимание, что этот тренд продолжился, то есть здесь осуществляется касание верхней границы, потом активный ее пробой, и дальше уже идем наверх, и сейчас мы уже четыре фигуры сделали по этому тренду. Это совершенно дикая картина. В каком плане? Смотрите, вот здесь у нас был сначала, помните, нисходящий тренд, вот у нас было три позиции, которые вот здесь по каналу давали три фигуры прибыли. Понятно, рынок падающий, быстрый, три фигуры. Это у нас прошло, видите, с 9 июня по 15 июня несколько дней. А вот здесь фактически за два дня мы отыграли, обратно же вот сюда пришли, видите, к этим же уровням. То есть здесь сначала нисходящий тренд на три фигуры, потом вот, тут чуть-чуть такой разброс в виде боковика, ну, благо он был недолгий, то есть наверх-вниз два ложных касания. И потом мы снова четыре фигуры сделали. Вот если таким образом валюты бы двигались всегда, было бы совершенно просто колоссальная возможность получать доход. Получается, что из нисходящего в 4 фигуры, ну 3, 3,5 фигуры, мы перешли в восходящие 4 фигуры. Да, фунт опасен, конечно, опасен сейчас, волатильность огромная, но даже вот с той поправкой, помните, мы говорили, уменьшаем размер позиции в два раза по отношению к стандартному, который мы используем, ну, который вы используете, да. То есть если здесь мы заходили, когда, помните, у нас началась здесь дикая волатильность, если здесь вы заходили, то вы делали это уже размером позиции меньше, чем стандартные в два раза. И тем более здесь движение широкое, ну то есть большое, получается, что три фигуры есть, и даже на половине объема три фигуры это будет достаточно хорошая прибыль. А вот здесь еще эти четыре фигуры сюда приплюсовались, это вообще бомба. То есть такие дикие тренды сейчас формируются, что просто диву даешься. Ну, в каком плане диву? В том плане, что реально это формирует достаточно такое благоприятное время. А почему это можно назвать, скажем так, ну не то чтобы из ряда вон выходящим, конечно, но достаточно благоприятным полем для деятельности в моменте вот эти тренды. Почему? Потому что таких трендов достаточно давно не было. Вы вспомните, мы с вами в марте имели прибыль, в апреле были боковики, но если брать более далекую перспективу, посмотрите на тот же самый евро-доллар, который уже там год гуляет в большом боковике. А вот здесь внутри, получается, мы видим вот такие шикарные подарки, вот такие тренды. Конечно, это
очень и очень хорошо, и чем дольше вот такие картины будут продолжаться, тем лучше с точки зрения трендовой торговли. Если мы будем, вот представьте, на каждой валюте зарабатывать вот 9 июня, вот у нас здесь три фигуры вниз, это вот считайте с 9 июня по 20 июня мы сходили на три фигуры вниз, на 4 фигуры вверх, ну за минусом вот тех убытков, которые вот здесь были получены. Тут, ну и тут, если не вышли, тоже там, ну то есть даже если вот с учетом, если вообще ничего не делали с точки зрения управления позицией и словили тут 500 пунктов, а тут 800 пунктов убытка, то в любом случае те вот прибыли, которые по тренду, по этим двум кускам тренда, они все это перекрывают. И вот если такая картина с 9 по 20, считайте, там, да, у вас, условно говоря, прошло 10 дней, если бы так валюты всегда ходили, было бы вообще колоссально. Ну, я, в общем-то, рад, что такие тренды формируются. Надеюсь, что вы тоже работаете по тренду и получаете сейчас прибыль. Когда тренды закончатся, начнутся боковики, мы будем эту прибыль отдавать на боковиках. Поэтому очень важно сейчас заработать, чтобы потом, когда будут убытки, а убытки в любом случае будут, в любом случае они будут откусывать нашу трендовую прибыль. И, конечно, если у нас будет большая трендовая прибыль, мы будем с меньшим психологическим дискомфортом эти убытки получать и отдавать эту трендовую прибыль. Естественно, самое главное на боковике отдать меньше денег, чем заработали на тренде, до момента, как начнется следующий тренд, и мы еще заработаем деньги. Далее. Иена. Иена успокоилась в каком-то плане, то есть был хороший нисходящий тренд. Обратите внимание, вот по паре доллар-иена мы шли вниз на 6,5 фигур, сейчас приостановились, зато фунт попер. Вот почему важно торговать портфель инструментов и портфель стратегий. Здесь у нас также был гэп, мы находимся в таком затяжном, видите, нисходящем боковике в отношении нашей первой модели. Была здесь у нас коррекция, пока, видите, ничего хорошего с точки зрения развития тренда не произошло, то есть осуществился пробой, дальше вот такой боковик. Тут смотря что вы делали как трейдер. Если ничего не делали, то, соответственно, просто ставим стоп-лосс и вот его выносит. Тоже по доллар-иене получаем определенный убыток, что неприятно, но не критично, учитывая другие валюты. Еще раз повторюсь, вот почему важно портфель валют рассматривать и портфель стратегий. Вот здесь у нас, помните, вот эта коррекция-то была нами отмечена, и вот тут был ее пробой. Очень такой неприятный пробой в том плане, что пробили, в горизонтальном направлении пошли, но потом дальше, видите, с гэпом наверх, и вот в результате вот этих волатильных колебаний буквально стопик зацепило и дальше продолжает гулять. Сейчас выжидаем, нечего тут делать, никаких коррекций, гэп вот этот мы здесь уже найти сейчас не можем. Вот видите, была одна, сейчас она стерта, нужно выжидать. Вторая модель доллар-иена. Тоже было достаточно интересное нисходящее трендовое движение. 2200. Это потенциал. Дальше. Вот здесь кольнули все-таки, видите, стопом. Хвостом стоп задели. Вот. Фигура всего лишь. Система в данном случае друг друга дополняет. То есть первая модель дает нам убыточную сделку. Вторая модель дает прибыльную на фигуру. То есть в итоге по вот этому нисходящему куску мы в плюсе. Но, еще раз повторюсь, неприятно отдавать вот такие вот стоп-лоссы по первой модели. Вторая модель тоже, конечно, видите, 2200. Потом вот все-таки на волатильности задели, и мы отдали рынку, да, вот этот потенциал прибыли. Тоже не очень приятно. Но благо хоть трендовое движение развивается и... Ну, развивалось и не дало нам получить убыток по вот этому развивающемуся движению. Сейчас выжидаем, то есть в принципе формально мы кольнули здесь максимум, да, то есть ожидаем потенциальное восходящее движение.
Но будет, не будет, посмотрим. Сейчас видите узкую волатильность, мы можем куда угодно пойти, но узкая по отношению к той волатильности, которая была. Поэтому приходится сейчас, так сказать, ждать иену либо вверх, либо вниз. И конкретно на какой-то тренд сейчас рассчитывать очень сложно. Почему? Потому что внимание приковано к фунту. Так, смотрю, есть вопросы. Андрей спрашивает, какие индикаторы средних по первой и второй модели на графике применяете и настройки? Значит, по второй модели применяю среднюю 24. А дальше канал Дэнчан Channel, это канал Дэнчана или ценовой канал его называют, тоже период 24. Он достаточно краткосрочный, мы его используем для того, чтобы от обзора к обзору аналитическому, вот этому, который мы проводим изо дня в день, у нас были изменения, и мы на них учились. То есть это не значит, что нужно бросаться торговать по такому краткосрочному каналу, нужно, естественно, понять концепцию и под себя подстроить. То есть никогда не используйте чужие стратегии, тем более купленных чужих роботов, в которых вы вообще не понимаете, что происходит. Поэтому я так все подробно рассказываю, чтобы вы поняли концепцию. Если эта концепция вам психологически откликается, не все любят торговать пробой там и так далее, то, естественно, нужно подстраивать уже параметры индикаторов под себя, под свою психологию, под свой стиль торговли. Значит, дальше. По первой модели средние 120 и 24 на часовом. А дальше смотрим коррекцию. Так, с иеной понятно, пока выжидаем. Далее еще вопрос. Виктор спрашивает, здравствуйте, на какую сумму приблизительно следует формировать портфель? Очень индивидуально. Во-первых, зависит от того, какие суммы в принципе у вас есть, именно свободные. Дальше, что подразумевать под портфелем? Я имею в виду портфель инструментов, это когда мы торгуем не одну валютную пару, то есть мы торгуем не только там, доллар, канадский доллар или евро-доллар, а когда мы торгуем несколькими инструментами. Поэтому, когда я говорю портфель, это имеется в виду количество валютных пар, которые применяются в торговле. У меня их вот основные, это 4. Я еще показываю здесь вот 6 иногда. Мы смотрим еще там австралиец. Но, в принципе, так скажем, очень важно, какие у вас стратегии. Но в любом случае, вот 4 валютные пары позволяют диверсифицироваться. То есть, по крайней мере, мы не зависим от одной валютной пары. Дмитрий говорит, смотрю второй обзор и второй раз вы пропускаете франк. Это случайно или специально? В данном случае специально его пропускаю, потому что он, ну, понятно, что не всегда и не так сильно, и, ну, скажем так, у него есть корреляция с евро-долларом, поэтому просто мы его, то есть я стараюсь брать те валюты, которые вот именно имеют меньшую корреляцию, но в принципе, если актуально, можем и франк сейчас посмотреть, то есть не вопрос. Сейчас посмотрим. Он обычно такой же, как евро-доллар с точки зрения моделей. То есть у него структура движения, ну, та же, только в противоположном направлении. То есть имеется в виду, они зеркальные. Ну, сейчас специально, поскольку спросили, покажу вот моментик, то, что я имею в виду. Так, ну, то есть предполагается, что, в принципе, если вы по там 4, 5, 6 валютным парам ситуацию поняли, вы можете и франк самостоятельно посмотреть без проблем. Но если нужно, естественно, я его сейчас посмотрю. Вот, значит, канадец, помните, у нас была вот такая коррекция, она, к сожалению, не была пробита, то есть снова подошли вот к этому уровню, оттолкнулись и пришли к средней. Дальше гэп, загуляли, то есть, видите, нам приходится опять выжидать. То есть сейчас минимум обновился, и по первой модели мы снова выжидаем. Да, кстати, по поводу параметров средних, естественно, на 5-минутном графике, если мы смотрим, то у нас средняя 1440 и 288. То есть с часового 140, 120 и 24 мы переносим на 5-минутный с коэффициентом 12 между часом и 5-минуткой, естественно. Да? То есть мы не 120 и не 24 на 5-минутном используем. То есть средние адаптируются под период, под масштаб графика. Так, то есть первая модель канадец выжидаем. Вторая модель канадец. Очень интересная картина. Помните,
Вот здесь у нас формировался огромнейший тренд. 3,5 фигуры почти. Потом этот резкий обвал нам картиночку-то подпортил. То есть мы просто взяли и подарили рынку почти 2 фигуры. В том плане, что вот здесь, представляете, у нас прибыль почти 3,5 фигуры по тренду. А вот здесь откат и 1800 в пятизначке мы отдаем. Неприятно, если мы просто двигали стоп-лосс, и вот здесь он сработал. Если было активное управление, если вы вышли на возврате, где-то, может быть, у средней, на виде это огромное падение, или, может быть, вы просто зафиксировали прибыль на максимуме, ну, увидели вот по балансу хорошие финансовые показатели, думаете, дай-ка закроюсь. Закрылись, и дальше, когда было падение, естественно, это было очень для вас выгодно. То есть иногда трейдер, естественно, прикрывает по тренду позиции, я тоже так делаю, когда вижу, что выполнен финансовый план, то есть реально, или знаете, когда вот перевыполнен, то есть просыпаешься утром, а здесь трендина, как вот по фунту, там в 2 фигуры лишних, ну как лишних, имеется в виду, что было 2, просыпаешься еще 2, и ты смотришь, что у тебя прибыль уже больше, чем ты ожидал и рассчитывал, то, естественно, можно и прикрыться. Ну, то есть я не заморачиваюсь, я прикрываюсь, то есть иногда трейдер говорит, ну как же так, нужно там подождать, вдруг еще больше. Но тут, видите, всегда есть баланс, там, да, насколько человек готов, да, вот, отдать кусок трендовой рынку и при этом сохранить позицию. Значит, по канадцу вот здесь у нас начался нисходящий тренд. Мы коснулись таки нижней границы, вышли из очень широкой волатильности в этот тренд. Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Сейчас очень такая динамика, как и по фунту, в общем, да, очень активная. Пока нисходящий тренд, пока даже 600, там почти 700 пунктов прибыли в пятизначке. Стоп передвинут уже вот сюда, то есть, в общем-то, по-хорошему здесь уже стоп не такой большой. Прибыли трендовые до этого позволяют это все выдержать. Поэтому канадец вообще не напрягает. Как он сейчас здесь будет развиваться, мне уже не принципиально. Ну, то есть у меня вот здесь есть с этого уровня позиции, но вообще не напрягает. То есть все, что здесь было до этого, вполне устраивает. Так, и франк. Франк хотели посмотреть. Давайте я франк покажу как раз по евро. Вот вторую модель покажу. Вот видите, евро-доллар, что у нас показывает. Видите, был разворот, нисходящий тренд, перешел в восходящий. И фигура в восходящем направлении, франк. Сейчас, видите, более волатильный, в более разбросанном боковике, но вот в нисходящий тренд показывает. У него тоже есть, естественно, трендовые куски хорошие. То есть бывает так, что по нему можно совершать те сделки, которые, ну, допустим, евро-доллар там, пока еще не дает сигнал, а франк уже дает. То есть можно совершать опережающие сделки, но я вот просто не рассматриваю как дублирующий инструмент. Ну, структурно он для меня дублирующий. Но это не значит, что вы не можете его смотреть. Если о текущем моменте, то вот был восходящий тренд, перешел в нисходящий. По евро-доллару наоборот. Был нисходящий, перешел в восходящий. Ну и движения, видите, здесь немножко более такие пока спокойный, в том плане, что по евро-доллару фигуры уже прошли вверх, по франку пока, вот видите, там 360, ну, около 400 пятизначки по тренду. Ну и пока, если в целом его оценить по второй модели, то у нас, видите, очень такой приличный боковик рисовался. То есть вот здесь был хороший нисходящий тренд, 2,5 фигуры, а вот здесь такой уже боковичок. Вот, восходящий, нисходящий, восходящий, нисходящий. Снова восходящий, нисходящий. То есть он так загулял-то здесь прилично в боковике. Евро-доллар в этом плане себя получше ведет. Ну, на основе, естественно, этих моделей можно любую валюту рассматривать. Так. Сергей говорит, фунт исполнил. Да, фунт красавец. Фунт красавец. Ну, в каком плане? То, что вот здесь его кинуло так вниз-вверх, это вообще был трэш. А вот то, что сейчас происходит, это вообще просто такая дикая динамика. Опять-таки, психологически очень важно, да, вот, когда это видеть, зайти, то есть пусть, как вот помните, мы говорим, уменьшаем размер позиции, но все-таки заходим.
Да, то есть аккуратно, но заходим, потому что если будет тренд, пропустим, будет очень обидно. Да, события, да, нужно быть аккуратным, но вообще пропускать нельзя. А тут, видите, иногда бывает как, человек зайдет, две сделал, два раза стоп-лосс словит, третий раз не зайдет, а там как раз та самая движуха, где прибыль можно было словить нехилую. Поэтому будьте очень аккуратны, но все равно стратегии нужно следовать. Грамотно следовать нужно. Андрей, скажите, запись можно будет посмотреть? Да, на YouTube будет запись, YouTube-канал Альпари, прям вбиваете в YouTube. Альпари, и там вот сейчас буквально там через 10 минут уже можно будет посмотреть. Сергей пишет, я ждал, что будет продавливать, я там стоп на низах поймал небольшой, но поймал, хотя новостей тогда не было. Профит сработали. Там был очень большой такой расколбас. Если вы не первый раз, да, вот тоже на этом мероприятии, я всегда говорю, в новостях лучше не торговать. Я не сторонник торговать в новостях. Если торгуете, то только защищая позицию. Обязательно. Вот если здесь, вот видите, по нашей модели нисходящий тренд пошел, и вы влезли здесь в шорт, вот показывает 1200 прибыль, все, без убыток сразу же, только малейший откат, выходим, ну пусть там около нуля, может чуть-чуть прибыли, но хоть не в минус, понимаете. А лучше всего это, когда вы уже стоите в тренде, и у вас прибыль, и вы заходите непосредственно, так скажем, защищая позицию. То есть есть уже прибыль, и дальше, если новости будут хорошие, ну в смысле в вашу сторону, вы либо больше заработаете, еще больше заработаете, либо вы просто выйдете, зафиксировав ту прибыль, которая есть. Ну, такая вот картиночка. Что ж, коллеги, будьте аккуратны, но тем не менее действуйте по тренду, если тренд формируется. Почему? Потому что сейчас очень такое интересное, благоприятное время, трендовое. Я отдельно тестирую стратегии, тоже вот в автоматическом режиме, на исторических данных. И в принципе сейчас такое интересное время, что даже те трендовые стратегии, которые в совсем долгосрочном периоде они могут не зарабатывать, ну то есть если взять там интервал 10 лет, они там болтаются вокруг нуля. Допустим, там у вас стратегия такая полутрендово-боковая, да, которая там берет тренды, но ей нужны прям сильные тренды. Так вот сейчас такой момент, когда даже такие стратегии приносят прибыль. То есть получается, что сейчас даже по стратегиям, которые около нулевые, либо, так сказать, с динамикой, ну, то есть, грубо говоря, даже плохие стратегии сейчас зарабатывают, вот о чем речь. То есть стратегии, которые, в принципе, там, не особо вы оптимизировали, так, потестировали, накидали, и они, то есть, знаете, как говорится, любая стратегия, она дает прибыль в те или иные периоды времени, даже если она вообще плохая. То в какие-то моменты времени все-таки она может давать прибыль, потому что условия просто совпадают с тем, которые сейчас вот для нее актуальны. И получается так, что те стратегии, вот, которые даже сейчас, я говорю, не очень хорошие, они и то зарабатывают, но просто в силу того, что тренды вот никуда не деться. Вот идет тренд, ну что делать? А стратегия трендовая, она приносит прибыль. То есть я к тому, что время сейчас хорошее, трендовое, поэтому отслеживайте тренды, заходите, но, естественно, контролируй риск и будьте аккуратны, но все-таки дай бог, вот, чтобы это время трендовое продолжалось подольше. Когда станут боковики, будет тяжело, очень тяжело. Поэтому будем это трендовое время вспоминать с благодарностью. Что ж, коллеги, на этом закончим. До завтра. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.